2011 год. В этом видео продавец говорит, что ничего не красил. Вот. То есть машина в семье досталась по наследству. То есть, по их словам, ни дедушка, ни они не красили. Вот. Это не мои слова, что машина с автосалона как бы крашена пришла. Это я просто пришел к такому выводу. Если они не красили, ну, значит, красил автосалон. Больше никто не мог. Вот. Ну, покрашено хорошо. Далее в видео вы увидите, что именно крашено. Так, ну вот косячок, да, здесь тоже. Капот под градом, вмятинки. Так. Царапины. Тоже царапины. Вот и вмятины. Делать фонарь. Бампер, да, бампер весь делать. Фонарь. А, вот что интересно. Заднее крыло. Часть крыла перекрашена. А здесь, вот здесь как бы в норме. И заднее левое крыло. Вот. Собственник говорит, что ничего не красил. На крыше тоже вмятина. Ну, град там, что там было, что падало, не знаю. Вмятина града. Вот. Да, остальное ничего не красилось. Подозреваю, что в салоне такое купили. Резина все конченная. Где диски тормозные тоже под замену. О, фары. Это полировочка. Уйдет. Лобовое с подогревом. Ford Focus 2011 год. АБС-ка из аккумулятора. Так, модуль управления кузовом. Вот на зеркала. Обогрев зеркал не работает. И модуль двери пассажира. Короче, противотуманки задние тоже не работают.
оно по зеркалу. Все. Down, down.